Всем привет! Сегодня с вами мы приготовим утренний бол. Я взял булгур. Вы можете использовать гречку, рис, овсянку, ящеру кашу. То, что любите вы. Но вы можете придумать мой рецепт, а можете его адаптировать под себя. Так что смотрим, кайфуем. Возьмем булгур, закинем в кипящую воду и слегка подсолим. Я взял в пакете, потому что это все-таки завтрак. Я не хочу уделять ему много внимания, но, как мы все знаем, завтрак – самый главный рацион пищи. И поставим таймер на 15 минут. Пока варится наша каша, подготовим наши овощи. Точнее, томаты, авокадо и, естественно, сыр бри. Возьмем томаты и нарежем просто их кубиками. Добавим чуть-чуть соли, чуть-чуть микс перцев. И также вам простой лайфхак. Вы либо можете добавить сахар, либо можете добавить, как я, соус с ветчиной для курицы. Кайфовый соус. Вот прям буквально одну капельку. Так, оп. Пока наши томаты маринуются, мы отложим в сторонку и нарежем авокадо. Наш авокадо мы также нарезаем кубик. Также предлагаю подрезать сыр бри. По аромату. Не знаю, любите ли бри или нет. Если вы не любите бри, добавьте другой сыр. Здесь вообще нет проблем. Хотя на самом деле бри — это просто. Его можно и запекать, и есть так, и блин, даже во фритюре его можно пожарить, это реально пушка. Давайте, знаете, как сказать, бри, чуть отложим. Мы с вами подготовим яйцо пашот. Для яйца пашот нам нужна кипящая вода и уксус. Возьмем одну примерно столовую ложку. Давайте чуть-чуть, да? Добавим. Я думаю, будет достаточно. И ставим на максималку, чтобы начало бурление. Пока закипает наша вода, подрежем с вами бри. Бри нарежем также. Для того, чтобы вам сварить классное яйцо пашот, вам нужно яйцо положить в морозильник буквально минут на 10, да? И вот такая вот классная чашечка. Либо обычный запасник тоже пойдет. Выбиваем сюда яйцо. Выбиваем, разбиваем. Делать так, чтобы наша с вами вода не бурлила, да, а были легкие такие, знаете, пузырики. И тогда наше яичко готово. Заливаем яичко. Вот так потрясем туда-сюда. И включаем чуть посильнее, чтобы было легкое бурление. И тогда вот самое классное, кайфовое яйцо пашот. Яйцо пашот мы с вами варим примерно где-то плюс-минус 2 минуты. Вполне достаточно. И вот, ребята, спустя 2 минуты мы с вами достаем яйцо пашот. Смотрите, жиденькое, классненькое, правильное яйцо пашот. Ну вот и все, ребят. Сливаем воду с каши. Открываем наш пакет варварским соусом. Втыкаем пополам. В нашу кашу добавляем чуть-чуть соли, добавляем тертый микс сыров. Вы можете использовать любые сыры, которые у вас есть дома. Не столь важно. Добавили сыры. Ну и, конечно же, какая каша может быть без добавления хорошего куска сливочного масла? После чего мы включаем свою плиту, чуть выше среднего, да? И соль начинаем хорошенько. Мишу, чтобы у вас сам сыр расплавился, масло впиталось в кашу, чтобы это была не просто каша, а это был заряд энергии на целый день. Выкладываю ваш вот такой вот сыр, видите? Угу.
Да.